Привет всем, с вами Джексон, и сегодня мы спаяем интересную схемку. На этот раз та схемка радио жучка. Я думаю, это самая простая схемка, которую только можно найти, и многим из вас она будет интересна. Требует немного компонентов. Компоненты все очень простые, доступны, большинство из вас их без проблем найдет. И также, поскольку компоненты все мелкие, все это дело можно без проблем укомпоновать вот такой маленький корпус, например, спичный коробок, или еще даже меньше, смотря как вы все это дело спаяете. Нам нужно действительно очень мало компонентов, всего 3 конденсатора, 2 резистора, нужно будет намотать свою катушку, нужен транзистор КТ-315, благо их в советской радиоэлектронике было очень много, на крайняк можно найти современный аналог, их тоже немало, и также нужен нам, конечно, будет микрофон. Также все это дело питается от 1,5 или 3 вольт, можно без проблем взять какую-нибудь плоскую батарейку от часов, или которая в компьютерах вставляется на 3 вольта, и запитать все это дело в этом маленьком корпусе. Вот все запчасти, которые нам нужны, я взял вот такой вот кусок макетной платы, который у нас остался после вот этого тестера USB, я это дело отломал, чтобы он зря не пропадал, и на нем, я думаю, все без проблем смогу укомпоновать. Нам нужно будет 3 конденсатора, вот они, нужно будет у нас всего лишь вот 2 резистора, и также нужен нам сам главный транзистор, КТ-315, вот это у нас буквально самый новенький, я взял. Вот у нас такой вот микрофончик. И также нам нужно будет стержень взять на 3 мм, чтобы намотать катушку. Катушку мы наматываем проволокой диаметром 0,9 мм. Я покажу, как это сделать. Это делается очень легко. И нам нужно где-то 15, может быть, 10 сантиметров этой проволоки. Я думаю, этого будет вполне достаточно. Самое главное, чтобы вы нашли стержень на 3 мм. Ну, я в нашем случае взял вот кусок сверла, который сломалась, и на нем все это дело намотаю. Давайте все это дело начнем собирать. Прежде чем собирать схемку, давайте намотаем катушку. Взял вот такой медный провод диаметром 0,9 мм, как и говорил. Нам нужно всего лишь 7-8 витков. Берем наш вот стержень и начинаем на него наматывать 7-8 витков. При этом оставляем небольшой вот такой отрезок, чтобы потом было удобнее все это дело в плату впаивать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И вот 7 витков у нас есть. То есть мы сделали 7 витков. Можно их сделать немного поближе, но потом их будет нужно равномерно растянуть. Вот примерно. Ну вот так. И вот у нас, в принципе, катушка готова. Обрезаем. И вот наша катушка готова. В принципе, вот у нас есть тут 7 витков. Просто намотали поверх вот такого вот стержня, но 3 мм. Так-то все дело у нас получилось. Я спаял жучок, вот такой у нас получился, действительно маленький, как я и говорил, он без проблем залезет в спичный коробок. Единственное, что если бы паял я не на макетной плате, то есть на весу, тогда бы он получился, наверное, еще меньше, но вот так пока что все помещается, без проблем, можно вот закрыть. Единственное, что учитывайте, что тут у нас нет питания, питается это все дело от 1,5 или 3 вольт, без проблем можно использовать плоские батарейки, которые вставляются в компьютер, или плоские батарейки, которые используются в часах, от них он будет работать примерно 3-4 часа, этого вполне достаточно для этого жучка. Вот такая вот у нас антенка, вот так-то все получилось. К сожалению, сегодня мы его протестировать не сможем, потому что у меня нету нормального радиоприемника. Я собираюсь его собрать, когда мы его соберем, сразу же протестируем и этот жучок. Ну, вот такой вот у нас получился. Советую всем новичкам его попробовать собрать. В ссылке в описании скину вот эту схему, там будет подробная инструкция, что как сделать. Вот у нас так все выглядит, вот это у нас катушка. Потом, когда вы все это сделаете, когда уже все настроите, то есть катушку, расстояние между витками, тогда желательно все это дело заклеить суперклеем, вернее не суперклеем, а термоклеем все это залить, чтобы от малейшей вибрации катушка как-нибудь не смещалась и не терялся сигнал. Но вот такая вот у нас штучка получилась, действительно очень компактная. Можно было сделать еще меньше, пожалуй, самая простая схемка, просто я сделал все на макетной плате, поэтому оно такое большое получилось. В общем-то, с вами был Джексон, подписывайтесь, ставьте лайки, вот такая вот интересная схемка. Всем новичкам советую собрать, штука очень интересная. Также, я думаю, еще заказать с Китая тоже радиожучок и попробовать их сравнить. В общем-то, с вами был Джексон, подписывайтесь, ставьте лайки и, в общем-то, пока.